и что ты думаешь? В следующий раз выиграешь? Да. У кого ты выиграла? В финале у Читаренко. А? У Читаренко. Как? Читаренко. Читаренко. Она сильно играла. Нет. То есть все слабые попали. Ну, в полуфинале, девочка. Да. Ну давай, давай бегать будем, прыгать, смотреть твою технику. Яна, иди становись, ты все знаешь, будешь бегать. Сначала. Только бегать быстро. В центре становись. Берись правой рукой за сетку. И вот ты девочка, которая идет 12. 10. 10 лет. Итак, внимание, мяч вот тут, вот падает, укороченный вот здесь. Достать его, чтобы он не второй отскок не совершил. Внимание. Хорошо. Так, ну ладно. Неестественно, голова во время бега. Надо вот это вот, вот свободнее сделать. Становись сюда. Ноги на ширине плеч. Давай, не, это у тебя не такие широкие. Еще уже. Уже. Плечи где? Вот твои. Еще. Вот твои. Итак, вперед как можно дальше. Вот. Раскачайся хорошенько. Отличный прыжок. Давай еще. Внимание, смотрим. Еще дальше, молодец. Ну, давай в третий раз посмотрим. Отличный прыжок. А ну давай назад. Смотрим все время. Вот она делает лучше всего. И вперед прыжок из всего того, что мы смотрели. И назад особенно. Дальше старайся. Так, а ну вправо. Вправо будет легче. Так, хорошо. Мяч дайте. Разомнем. Молодец, чуть-чуть не взяла с первого же мяча. Давай.
Дыши только, рот открытый все время. Опять чуть не взяла. Чуть-чуть. Ну, а третий раз. Так. Давно я этого не видел. Смотрим. Ничего, дыши, дыши. Так, дыши. Так, дыши. Так. Вот это лучше всего из того, что последние годы было. Во вратах. Последние годы. Вот внимание. Бег хороший, но не супер-пупер. Прыжок отличный, все пятерки с плюсом. А об этом говорить не буду, потому что еще раз скажу, что это последние годы лучшие вратарские упражнения, которые делал наш инспектор. Итак. Бери ракетку, отдышалась? Отдышалась. Так, Вова, давай начинаем по всей площадке пока. Всего того, что она делает. Вот она прицеливается. Я даже не говорю, даже так пусть. Но все время она держит ракетку прицелом. Смотрите ее прицел. Вот. И держит долго. Мяч перелетел через сетку. Отскакивает. Она еще держит. Потом только сразу делает сам. Нет, чтобы прицелиться рукой. Рукой левой. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. А не ракеткой. А потом сразу же удар. Рукой и вложиться в удар. А ну, поняла, что я говорю? Не покажи. Нет. Покажи. Не дозор. Еще раз. А рукой, рукой раньше. Брось ракетку раньше. О! Брось ракетку раньше. О! Давай. Вот. А рука? Вот.
Рука левая, смотри, вот где. Смотри на левую руку. Вот где. Вот где. Вот где. Сейчас бросишь мяч сюда удобно. Вот где. Вот где. Вот где. Вот где. Вот где. Понятно, да? Ну давай. Брось мяч вот вправо. Смотри. А ты что делаешь? Я тебе показал. Вот где. А ты вот держишь, держишь, а потом уже не держи сразу. Вот смотри, ты же стоишь вот так. Вот ты как стоишь. Вот ты стоишь, готовишься. Вот. Потому что сюда же мяч. Поставь ноги. Вот, поставь ноги, как ты готовишься. Вот ты делаешь замах. Ты уводишь сюда плечо. И после этого ракетка уходит. А рука тут. Вот. Вот. Ну давай. Сразу уводи плечо с ракеткой, да? Уведи сразу, уведи. О! Внимание! Уводи, не бойся. О! Марина, смотри. Ты смотри внимательно, получается. Еще раз. Уводи ракетку, уводи эту самую руку. Да-да-да, уводи, уводи, уводи. Так, хорошо. Вводи. Сейчас держала долго. Вводи назад. Не бойся. Не бойся назад уводить ракетку. Опоздала. Назад ракетку вводи. Не бойся. Так. А ну вложись теперь в удар. Вложись в удар. Опаздываешь с замахом. Короче говоря, головка ракетки. Там долго впереди остается. Понимаешь? Ты должна сделать вот этот разворот плеч и ждать мяч. А ты ждешь долго мяч вот здесь. Мяч вот здесь нужно ждать, быть готовой к удару, чтобы вложиться в него. А ну давай. Нет, стоп. Имитируй. Нет, не держи здесь ракетку. Держи, уведи ее с этим, уведи ее. Вот стой, вот так стой. Так, брось сюда, развернись хорошо. О, еще. Мощнее. Вложись. И вложись. Так, хорошо, еще. Бери ракетку, стоп. Чего ж ты ее тут держишь? Мы же сказали, что ты ее будешь держать здесь. А, хорошо. Отлично. Еще. Пошла. Отлично. Убирай ракетку, еще больше ракетки. Вот. Пошла. Вот. Еще. Поняла, что так легче, нет? Ну так и делай так. Вот это уже другая игра. Это и есть тренировка. И для того, чтобы мальчик или девочка смогли, нужно останавливать, когда не так. Испортить тренировку. Нет, нет тренировки. Но обязательно научить тому, что ты хочешь сделать. Еще раз. Давай. Всю тренировку проводить вот так, один раз хотя бы, все будет нормально. Девочка, так и делай. Ничего, ничего нет. Отлично. Ну вот, это уже совсем другое дело. Ладно, сейчас. Стоп.
попытайся то же самое, но убить мяч. Я хочу посмотреть, как быстро ты несешь ракетку для того, чтобы убить мяч. Понятно, да? То есть ты должна отсюда быстрее ударом наиболее быстро. Да, отсюда, да. Главное, отсюда не бей, бей в момент удара. Вот это движение главное. Его нет, не вижу. Так, вот получше. Момент удара быстро. Так, получше. Момент удара. Чего опять? Опять сюда стала ракета. Отсюда. Очень быстро, не тут. Смотри. Не надо быстро вести. Если ты отсюда хочешь дернуться, ничего не выйдет. Отсюда нормально вижу. Вот момент туда. Вот. Вот тут ты должна делать быстро. Кистью пойти на мяч. Ну, давай. Ну, вот так. Вот это дело другое. Вот так. Поняла. Вот это дело другое, молодец. Еще раз. Так, вот это уже ударчик. Так. Еще. Так. Еще. Вот. Стоп. Понятно, да, все? Влево. Значит, пожалуйста, если тренер говорит, что ты все время так занимаешься, не можешь сделать, значит, ты не игрок. Значит, ты не занимаешься все время. Думай об этом, ты поняла все, что нужно делать на тренировке? Делай с тренером каждую тренировку, это у тебя будет прекрасный удар. А если нет, то забывай, что это будет. Раньше там... Ноги работают, все! Смотрим, как ноги работают. Стоп, 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 стоп. Дыши, дыши, дыши. Паузу делаем. Загонять нам не интересно. Дальше. Значит, то же самое ошибка, явная ошибка. Вот прицел, тут она, вот там какой-то прицел долго держит, а тут она тут держит. Выставляет ракетку и держит, как бы прицеливаясь. Это ерунда. Прицеливаться плечом слева надо. Вот, плечом она придерживается, вернее, прицеливается. А то она делает ракеткой. Понятно? Ну, знает, но надо менять это. Надо менять. Смотри на меня. Смотри. Ты вот так держишь, 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 а потом бах! А ты не держи, а сюда, и потом ударяй. Понятно, да? То же самое, что справа. А ну, повернись. Развернись полностью, смотри туда. Сейчас. Нет. Развернись, отсюда будешь бить сейчас. Отсюда, туда смотри. Давай. Так, ничего.
держит там ракетку. Еще больше развернись. Раньше бей, сейчас опоздала. Навстречу мячу. Уже? Нет? Смотри, что ты делаешь. Ты все равно вот здесь делаешь вот такое движение. Вот здесь такое. Нет, отсюда. Вот тут его делай. Смотрите, в чем дело. Раньше, до того, как я это сказал, она вот здесь прицелилась. Сейчас она отвела сюда, но для того, чтобы сделать удар, она все равно делает там дополнительно. Посмотрите внимательно. Она дополнительный замах все равно делает. Смотрите. Видите, нет? Замах в тот момент, когда мяч перелетает через сетку. Вот ты сделала его, и отсюда ты уже, вот отсюда, уже ракетка вот там, головка ракетки, вот там. Вот отсюда ты его бьешь. А ты делаешь вроде бы так, но чтобы ударить, делаешь еще замах и бьешь маленький. Понятно, да? Видите все, нет? Смотрите вы. Это важно. Это и есть нюансы техники. Еще раз повторяю, вот что она делает. Она вроде бы отвела ракетку. Раньше она тут держала ракетку, вот делала, держала, потом убила. Теперь она отводит ракетку сюда, как я ей сказал, но все равно делает, чтобы ударить еще одну. А головку нужно вот туда отвести и после этого махнуть. На, иди сюда. Отведи ракетку назад. Головку вот сюда. Вот тут. Не, смотри туда. Ты туда смотришь. Ты смотри туда. Отведи головку как можно больше. Да, давай. Нет. Больше головку. Вот так. Так. Внимание, смотрим на это. Еще. Так, не добавляй. Вот пойди отсюда. Пойди как можно мощнее. И вот листани мяч вот так. Удобно. Головку назад. Опять добавила. Убери головку ракетки назад. Вот так. Так, лучше. Лучше. Головку назад. Так. Так, ничего, ничего, все нормально, все хорошо. Головку назад, головку ракетки. Ну и вот так, это. Отлично, добились. А ну давай еще головку. Да. Отлично, поняла наконец. Вернее, почувствовала, не поняла, а почувствовала. Это надо, чтобы почувствовали люди. Те, с кем вы работаете, говорить, поняла, это неправильно. Почувствовать, отлично. Еще головку, головку убирай. Самое главное это тебе. Ничего, далеко было. Мяч далеко ударила. Еще. Не выходит. Подумай, почему. Поработай сама. Перед этим выходила. Так. Есть что-то. Так. Так, сейчас нормально. Так. Стоп. Все. Мы все знаем. Вот
тут все время так стоять, кстати, очень сложно. Очень сложно. Это упражнение, это не удар. Там все, смотрю, Пруткин улыбается. Пруткин Игорь Юрьевич, это не удар. Это упражнение для совершенствования техники, исправления ошибки. А удар такой не бывает. Вы же понимаете, никто не бегает так с ракеткой. Она отсюда должна это развернуть. Но она оставляет ракетку здесь, повторяю, делает дополнительный замах и бьет. А я повторяю, ракетка должна быть готова здесь полностью к удару. Замах – это полностью замах. А дополнительный замах – это ошибка. Вот так в школе, по сути дела, мы говорим об этом. В школе. Еще. Отлично, отлично, нормально. Пойдет, если будешь, если уже почувствовал, то пойдет. А теперь стоп. А теперь просто, не держа так ракетку, отсюда ударь. Не-не-не. Держишь ракетку так. И ударь так, как правило. Держишь ракетку обычно, а ударь как правило. То есть, еще раз, вот летит мяч, вот летит замах. Понятно? Да? Да? Почувствовала разницу перед тем, как ты била раньше и сейчас? Нет? А? Почувствовала? Ну давай еще. Сейчас ты то же самое делаешь. Головку назад. Вот так. Сейчас головку назад. Опоздала сейчас с ударом вообще. Головку назад. Нет. Сейчас не было. Сейчас дополнительный был замах. Можно? Очень сложно. Головку назад. Нет. Нет. Не делаешь. А теперь сама отведи, отведи, а вот назад давай. Все. Достаточно. Значит, сложно идет это, очень сложно. Согласен, что, вероятно, где-то не хватает, но нужно работать подачу. Так, еще.
два, раз, два. Ну, отлично. Слишком высоко еще мяч. Ниже. Подай его. Смотри, как. Подача нормальная. Подача нормальная, единственное, что не надо слишком широко. А по технике нормальная, и самое главное, что есть там. Так. Ниже, ниже, ниже. Вот так, смотри, станьте. Если мяч ниже, то ты вот так. Если высокий, то вот так. А ты делаешь вот что. А ты делаешь вот что. Не надо вот этого. Нужно вот в мяч идти. В мяч ракета. Мяч, давить мяч. Так, хорошо. Так, хорошо. На мяч смотри. Ничего. Так, подойди ближе. Давай. Хорошо. Шагом правильно. Левой ногой справа шаг. Для удара справа левой ногой шаг. Дальше падает. А ты ее дальше ставишь. Вот дальше. Ну давай еще раз. Ну покажи. Почему ты вниз ракетку голову? Смотри, я же тебе попадаю. Вот куда. У меня же не падает ракетка. Смотри. Вот куда. Вот я. Даже низ. Вот куда. Извиняюсь. Еще раз. Вот. Понятно? Головка ракетки где? Вот, и не опускай ее вниз. А ты делаешь, еще раз повторяю, движение вот. А я тебе говорю, вот. Вот это не опускай. Да. Так, понятно. Пошли дальше. Смэш. Меч, значит. Давай попробуем. На мяч. Смотри, не закрывай глаза. Отлично. Нормально. Смотри. Слишком хочешь много всего сделать. Смотришь. И все. А ты вся хочешь так. Вот, смотришь. Бах. И все. Да, у тебя какой-то ракет очень длинный. Вот ты сделаешь. Замах. Сюда. Сюда не надо. Сюда. Сюда. Нет. Зачем ты сюда вот тянешь? Раз. Раз.
Отлично. Вот сейчас хорошо. Так, только ты направь туда. Опять смотри. Опять смотри. Чтоб центром ракетки попадать по мячу. Последние два удара. Так. Отлично, все нормально. Хорошая девочка, надо смотреть еще и еще, еще. Нужно технику, конечно же, исправлять, совершенствовать и так далее. Слушай, я о тебе говорю, Яна. Но самое главное, регулярное посещение тренировок, не болеть, быть здоровой, слушать, что тебе говорит тренер, исправлять ошибки, играть и выигрывать. Проигрывать нельзя. Понятно? Пока.